жжет и болит. Сейчас, да? Да, просто в состоянии покоя не болят. Не так прям гудят, как типа, когда много ходишь. Просто болеть начали. Может, плоско стопить? Ну, может, там легкая степень плоскостопия есть. Ну, вообще они просто перетруждаются. Это там пол жесткий, да, ты же, наверное, прыгаешь. На каблуках высоких ходишь. Ну, да, сутками. Да, тем более сутками. Рекомендую тебе ванну для стоп делать. Теплая вода, больше 40 градусов. И туда прямо. Ну, в тазике, да? Mm-hmm. И туда прям килограмм соли и пачку соды, а то и две пачки соды. Mm-hmm. Да, чтобы был эффект мертвого моря. И вот так ты вечерком просто отдыхаешь там, 15-20. Уже будет легче. Ну, а я сейчас, соответственно, в свою очередь разомну. Как вы болит сейчас? Слева. Сильнее. Слева, да. Он цепляет чуть-чуть.